Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу, как можно сделать видео, какое с эмоджи, но ротик там не двигается, только с головой оно повторяется. Вот примерно так, и нам просто нужно скопировать на втором телефоне песню, зайти в Инстаграм, снять самое обычное видео. Вот, я уже сняла. Давайте я выключу звук пока что. Теперь мы листаем сами вниз, выбираем будь какой смайлик. Я хочу, наверное, давайте я будет смайлик. Ну давайте вот такой вот. Мы его увеличиваем. Теперь мы натыскаем на его, перелистаем видео. И теперь пример. Теперь мы берем прикрепить. Вот, прикрепление. Идет у нас прикрепление. И вот что у нас получилось. Ну вот это вот сначала я не планировала, но просто там рука, и оно пошло за рукой, и потом на лицо. Вот так вот. Теперь мы ждем, пока оно выкладывается, опубликуется, и сохранить нажимаем. Все. Так, оно уже опубликовалось, это моя история. Мы берем удалить это, потому что нам это в истории не нужно. Это нет. И теперь мы заходим в лайк. Берем эту песню. Эта песня. Значит, подписывайтесь на мою страничку в лайк. Мне кажется, что я уже пропустила. Да. Я уже пропустила ее. Ребята! Все, вот я его нашла. Все, нажимаем на вот это, присоединиться. Всем приветика. Опять. Теперь мы нажимаем создать, вот загрузить. И берем это видео. Далее. Мы выключаем звук. Нажимаем далее. И идет у нас типа обрезка видео. Не знаю, как это назвать, но это не обрезка. Мы не обрезали видео. Ну, короче. Вот наш результат. Что-то напишем. Я вас люблю, котята! Она нужна. Так, давайте, ребята, выключим музыку и скажем, потому что мне лень печатать. Я вас люблю! Блин, придется мне печатать.
Короче, давайте напишем. Я вас люблю. Давайте нажмем эмоджи. И давайте вот такой вот смайлик. У нас был такой же похожий. Ну, давайте еще вот такой вот. В принципе, все. Давайте уже выберем обложку. Давайте вот эту и включим звук. Все. И вот наше видео опубликуется. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.